Итак, друзья мои хорошие, всем привет! В одном из предыдущих своих видео я рассказывал вам, ну, точнее, я показывал. Я пока про нее не рассказывал, но показывал и вот эту вот билет-линзу, и как бы обмолвился тем, что это новый производитель, интересный, кайфовый, прикольный. Да, друзья мои, да, лично мне безумно нравится. Эти ребята сделали нам 40-ваттные билет-модули 3-дюймовки. Если интересно, ролик вот так вот выглядит. Ребят, найдите, посмотрите. Очень темная, хорошая вещь. В принципе, за недорого, за небольшие деньги вы получаете офигенный свет, если хочется билет. Если как бы, ну, у вас есть деньги и вам хочется купить что-то недорогое, но качественное, с гарантией 2 года. Ребят, есть новинка офигенная, поэтому... вот это вот видео возьмите, найдите у нас на канале, посмотрите. Сегодня от этой же фирмы, вот в такой, ребят, коробке. И по сути они все вот такие вот приходят, без названий, без всего. Ребят, это Китай. И слава богу, что в таких коробках, как только коробка будет красивая, модная, классная, знаете, что в эту коробку заложили часть цены от вот этого. То есть сэкономили на вот этом, зато у вас красивая коробка, как у Айзун, допустим. Вот. Но нам не интересна коробка, потому что коробка выкидывается. Это транспортировка, все, вы потом пользуетесь вот этой вот вещью. И, ребят, вот эта штука великолепная. Вот вы сегодня посмотрите, как она светит. Но, ребят, я хочу вам сказать больше, что у Синолина есть такая же тема. И стоит она в закупке 25 тысяч рублей. Ребят, 25 в закупке. То есть нам ее привезти, транспортировка, заработать хоть чуть-чуть, она будет стоить дороже, чем 25. А это стоит, ну, почти на десятку-то дешевле. Почти. Ребят, но при этом технологии все использованы те же самые. Единственное, в чем плюс, у меня подобные, кстати, стоят, ну, тоже ролик можете найти у нас на канале, вот у меня только с двойной секцией желтого, но желтый не всем нравится, хотя многие оценили прелесть, потому что при открытии шторки, включении дополнительного желтого света, у вас он такой мешается, и впереди образуется такой 4300 цвет, и это видно офигенно. Вот в дальнем свете это прям реализовано очень круто, ребят. Здесь та же самая тема, на 5 ватт меньше, то есть те, которые стоят у меня 65-ваттные, эти 60-ваттные билет-линзы. Ребят, здесь одна секция вот этого вот одного чипа, заявляется, что она типа там стоит, там чип там что-то 5 или 7-ваттный, то есть это прям много для одной секции, плюс линза отдельно вынесенная, то есть, ну, должно быть прям круто. Мы сегодня это проверим. Что мне нравится, ребят, здесь всего 4 провода, то есть ближний, дальний и подключение непосредственно вот этой вот штуки, то есть все. Все, тут больше ничего нет. У меня там проводов целая куча. Там ребята, когда ставили, говорили: ёб твою мать, как так? То есть там плюс-минус шторки, там плюс-минус ближнего, там еще отдельный плюс, там 5 проводов. Здесь 4. Здесь все реализовано проще. Как это работает, я вам сегодня покажу. То есть вот, пожалуйста, ближний, дальний провода, вот красный с черным. Вот это подключение, по-моему, как раз секции дальнего света, вот этой дополнительной, а это дальний свет. То есть один минус и три плюса. Великолепное решение раскидать это все по-быстрому. Ребят, 60-ваттная, у нас там, сейчас я посмотрю, о, отлично видно, у нас там, короче, одна плашка, как и на моих, значит, билет-линзах, на 6 чипов. То есть, если вот так вот смотреть, я не знаю, будет там на камере видно, не будет, ребят, но если вот так вот поймать определенный ракурс, там видно, что планочка такая стоит на 6 чипов, ребят, это, ну, прям кайфово, светят мои шикарно, вот прям великолепно. Прям мне нравится насыщенность, яркость, дальность, свечение. Все великолепно, друзья, они стоят своих денег. Эти чуть-чуть подешевле, то есть, чем те. Потому что есть как раз вот эта вот одна секция с белым светом. Там двойная с желтым, поэтому если что, обращайтесь. Опять же, формат линзы Hello 3R, друзья мои. У нас здесь непосредственно один большущий кулер. Это вентилятор, ребят. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7. Да, 7-лопастной кулер, гигантский 7-лопастной кулер. Ну и опять же, охлаждение мне вот нравится, как оно сделано. То есть вот здесь вот жабры,
вот здесь вот жабры, ребят, есть. И вот через эти жабры кулер гонит воздух, он, соответственно, лучше обдувает непосредственно сам чип, саму вот эту площадку. Но вот посмотреть туда невозможно. У некоторых линз вот здесь вот есть такой, так скажем, надрез, да, и там видно, что внутри. Здесь ребята заморочились и сделали так, что хрен ты увидишь. Хотя я нашел дырочку и увидел, что там стоит вот так вот планочка напаяна. Это одна, ну, грубо говоря, это матрица, мать ее, да? Да. Это матрица, друзья. Вот многие называют вот это матрицей. То есть, что у нас там внутри есть? Я сейчас посмотрю. Я сейчас вам все расскажу. Так. А еще дырка есть? Сейчас я все сейчас увижу. Я вот сейчас все как рассмотрю, как вам потом расскажу, друзья мои. Да, у нас тут получается шторка стоит вот здесь вот, ребят, вот там вот плашка получается такая на 6 чипов. И вот я пытаюсь что еще разглядеть, а есть ли еще один чип, то есть чтобы это сказать, что это двухчиповая, но... То есть, в принципе, формат такой же, как у меня тех билет линз. По сути, все, 3-дюймовая линза, самая кайфовая, проводочки, вот такое вот устройство, ребят. И я вам хочу его сегодня показать. С 2-летней гарантией, опять же, сделанной специально по нашему заказу, то есть, как я и просил, вот такая вот штучечка. Поэтому наслаждаемся тем, как эта штука светит, ребят, смотрим, переходим в тест. Итак, ну что ж, друзья, мы в ночи, у нас тест с вами вот этого вот замечательного билет-модуля, про который я вам рассказывал. Мы сейчас тут адаптируемся и начинаем нашу великолепнейшую съемку. Итак, начнем мы, как всегда, наверное, с плюс-минус ближнего, да? Сейчас посмотрим, подождите. Вот так, и... Будешь кусать его, Ты же не комар, давай кусай его. Вот так, отлично. Итак, друзья, ну что же, О, я уже вижу, вы пока не видите, а я уже вижу, это интересненько. Итак, давайте же посмотрим на СТГ. Ребят, очень-очень прикольное СТГ. Во-первых, это крайне широко, там все помещается, Сань, помещается вот это вот все, да? То есть это крайне-крайне широкая штука с прикольным вот светоотсечением внизу, ребят. И очень маленьким горячим пятнышком, то есть это... Ну, в принципе, наверное, более городская такая билет-линза с небольшим синим засветом по краям. В центре его практически нет, этого синего засвета. Но она прям в ширину лупит, везде светит, ребят. Очень круто. И нет вот такого прям яркого, насыщенного, горячего пятна. Оно маленькое, то есть вот смотрите, оно прям маленькое-маленькое. Но, блин, прям прикольно, ребят. Давайте же вот сюда. Ну да, то есть вот смотрите, как круто свет распределяется. То есть... Прям в центре такой насыщенный пучок, прям круто. И заливка, смотрите, друзья, просто великолепно. Вот, блин, на деревьях, да, вот видно сейчас горячее пятно, очень кайфово вдалеке, ребят. Но прям очень круто, честно. Это прям даже великолепно, я бы даже так сказал. То есть очень круто. И вот здесь, кстати, уже вот синих засветов таких практически нет. То есть... Абсолютно равномерно по всему периметру распределяется свет. Но в центре есть вот этот вот небольшой такой прям горячее пятнышко. Очень удобно будет ездить на самом деле. Давайте теперь подключим, значит, что у нас тут есть. Дальше, значит, у нас есть желтый свет, да. То есть мы можем что сделать? Мы можем вот включить, соответственно, дальний свет. Смотрите, вот мы подключаем, да, вот. Вот оно, пятнышко, видите, появляется, да? Эх, не могу словиться. Так, давайте подключим все-таки пятно. Вот смотрите, прям ровно, четко в линии СТГ, чуть выше, получается пятно. И вот такой вот дальний, то есть уже вот ближний у вас сфокусирован, да, кайфовый, вот дальний. И мы можем еще и шторку запитать. Так, давайте еще и шторку, то есть посмотрим полноценный дальний свет. Сейчас я все это дело соберу, значит, в руку. Так, открываем шторку. И так, шторка у нас не открылась, да? Так, что у нас не работает? Вот шторка. Вот, смотрите, вот дальний свет, ребят. То есть ближний и полноценный вот дальний с этим пятном дополнительным. Смотрите, что происходит. То есть бамс, бамс. Видите как? Бамс. Вот. И, соответственно, повели сюда.
Вот такой вот у вас дальний свет. То есть ближний, дальний, ближний, дальний, ближний, дальний. То есть вот он, дальний свет, ребят. То есть вот открывается, посмотрите, какое мощное горячее пятно в центре. То есть это будет, да, это будет офигенный, крутейший дальний свет, ребят. Великолепно. То есть ближний, дальний. Кайф, 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 кайф. Подводим итог, ребят. Ну что, могу подвести итог. Нас покусали комары. Да, ребят, началось лето. Весело, здорово, классно. Вот там, где мотор работает, там, где жарко, там комары, конечно, фигачат. Плюс еще и свет. Короче, даже побрызгали всякой фигней, все равно грызут. Но мы страдаем ради вас, друзья. Ради вас всех мучаемся от укусов комарья. Так вот, что хочу сказать про данный билет-модуль. Очень крутой ближний свет. То есть то, на чем вы будете ездить, в принципе, постоянно. То, ради чего покупается вот эта штука. Ближний просто шикарен. То есть есть вдалеке сфокусированный четкий свет. То есть вот, ну, чтобы ехать вперед, да. То есть это спокойно будет светить метров на 100-150 абсолютно. То есть вот здесь 70 там с копейками метров, ребят, засвечивает все великолепно. Ух ты какая, вот она. Тварь такая летучая идет. Мы тут видео снимаем, мешает. Так вот, ребят, вот эта штука будет офигенно светить вперед и будет заливать абсолютно по всей плоскости. Вот прям великолепно. Я могу сказать, что вот эти билет-модули светят так же круто, но они в основном свет собирают чуть ближе к центру. То есть это прям вот факт. Это светит так же по ширине, как и те, которые более дорогие, с двумя секциями желтого света. Но на желтом свете, я думаю, мы их сравним, конечно же, вот на желтом свете дальний будет лучше. Хотя, если брать чисто в разрезе, чисто вот эти билет-линзы, великолепный, просто шикарный ближний, вот просто заливочка ровненькая, прям вот как должно быть. То есть вот прям везде, куда только свет попадает, везде заливка, насыщенный, хороший, кайфовый свет, ребят, есть 60 ватт, это прям видно. Мы 40-ку недавно тестировали, 40-ваттные, они потусклее будут, чем вот эти. И дальний свет, конечно же, открытие шторка, четкая вот эта вот точка, блин, прям круто проработанные, честно. То есть они своих бабок будут стоить 100%, ребят, прям 100% классная вещь. То есть я рад, что новые компании выходят на нас, я рад, что есть что вам показать, я рад, что эти вещи довольно-таки качественно и круто сделаны, и плюс еще и светят очень-очень даже здорово. Поэтому вот такого формата билет-модули, да, приобретать стоит, ребят, плюс если у нас, то двухлетняя гарантия и, грубо говоря, кайфовая тема, то есть новинка зачетная, потом с чем-нибудь также сравним. Ну а так, всем спасибо, ставьте там лайки, сердечки, пишите комментарии, что вы думаете, а мы погнали снимать дальше. Еще куча всяких новинок специально для вас, так что если не подпишетесь, естественно, не увидите что-то новенькое. Уже в какую-то паутину даже залез, либо паук ползает по мне и меня уже паутиной оплел. Всем спасибо, пока, до новых встреч.